Мы едем по Чехии. Резко поверните налево. Затем поверните налево. Чешская деревушка. Это мне навигатор показал, как, не доезжая Брно, типа поехать на Вену, как бы срезав. Но я посмотрел, увидел, что там дорога реально петляющая через деревушки. И решил, что все-таки лучше вернуться назад на трассу и почти доехать до Брно, и оттуда уже потом по более-менее хотя бы не деревенской дороге в нормальной трассе поехать. Потом приходится возвращаться обратно. Ну и раз уж срулил сюда, так заодно решил заснять такую весочку. Такие вот зеркала висят. У нас в Минске даже пару штук таких есть. И в Гродно, кстати, есть.